невероятное космического масштаба событие. Бал, который пригласил вас всех, кто любит классические ценности, традиции, кто целеустремлен и любопытен, кому интересны открывающиеся с каждым годом, с каждым днем, я бы сказал, новые и новые миры. И сегодня, конечно же, многих увлечет и гармония, и стремление к определенному благу, которое каждый сможет сконструировать для себя, определяясь теми ценностями, которые вокруг нас. Это добро, это чувство локтя, помощи и дружбы, сотрудничества и солидарности, это чувство любви и понимания, и величайшее чувство и увлечение тем, что называется ощущение или чувство человека, который все время в поиске, все время в познании, в этом космическом движении ко всему человечеству, ко всему глобальному и обратно, к самому себе. Если это к месту, я бы напомнил, что прекрасное выражение всех наших, в общем-то, помыслов и устремлений выразили очень давно, и над Дельфийским храмом было начертано «Познай самого себя, и ты познай».